Итак, ребята, сегодня я в Брукхейвен для того, чтобы пугать Брайса. Я в прямом смысле хочу следить за ним и пугать его. Я сейчас переоденусь в монстра в какого-нибудь. Для этого мы напишем монстр. И, Брайс, посмотрите, как вы видите, уже сделал какую-то ночь здесь. Давайте примерим вот такую потрясающую голову. Нет, она нам точно не подходит. Давайте примерим вот что-то вот такое. Да, ну, слушайте, вот это, кстати, неплохо смотрится. Это намного лучше, ребята, смотрится с черным телом. Блин, тут есть еще криповий. Давайте посмотрим вот эту голову. Нет, вот это мне не нравится, а вот такая вот. Ребята, хочу как можно страшнее, что-то реально такое жуткое, чтобы вообще от души напугать Брайса. Короче, мне нравится вот такая есть еще, ребят, посмотрите, давайте посмотрим. Нет, все, выбираем вот эту голову, она самая такая реально, ну посмотрите, она реально криповая. И теперь выбираем черные какие-то брюки и будем готовы. Все, выбираем черные брюки полностью, чтобы у нас был черный костюм. Все, ребята, мы готовы, мы отправляемся пугать Брайса. Так, у нас сзади цветочки. Отправляемся пугать Брайса. Я знаю, что у него стоит здесь свой дом. Давайте найдем скорее этот дом. Где он вообще? Не вижу. Так, не вижу. Опа, нашли, ребята, нашли. Теперь отправляемся куда-то вот сюда. Самое главное его пугать, но чтобы он не смог нас никак поймать. Это очень важно. Забегаем сюда. Брайс, походу, возомнил себя каким-то президентом. Он, походу, реально сейчас, может быть, какой-то видос снимает, как он там президент. У него открыт дом. Нам надо его найти. Я вообще не вижу, где он может находиться. Нужно сейчас быть аккуратненько. Вообще, я думала, что он сейчас на кухне, но он не на кухне. Давайте посмотрим, где он может быть, где Брайс? Так, где Брайс? Может быть, он в туалете сидит? Мы должны не прям супер прятаться, мы должны попадаться ему, чтобы он пытался нас догнать, но не догнал. Поднимаемся наверх, пугаем. Так, где он? Куда делся Брайс? Я вообще не понимаю, я уже обижала целый дом. Где он? Может быть, он здесь в ванной? Да, ребята, смотрим, смотрим, что... Так, ребята, он тут лежит. Быстренько убегаем. А, так, он нас заметил. Все, ребята, нам нужно бежать, скорее скрываемся, скорее, 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 убегаем, убегаем, пока он нас не поймал. Вот сюда, вот сюда, да, вот сюда вот. И это просто, вот это гениально было. Ребята, это просто было гениально. Вот так вот сделать. Так, где Брайс? Нам нужно найти Брайса. Я вообще не знаю, где он. Главное, чтобы он нас не поймал. Нам, наверное, нужно отправиться снова на второй этаж. Мне кажется, он за нами так. Ребята, вот Брайс, офигеть. Так, он бежит по лестнице? Нет, он не бежит. Какой неудобный дом. Смотрите, он там с ружьем. Побежал, походу, по лестнице. Да, он бежит. Ребята, бежит, бежит, бежит. Скрываемся, скрываемся. Блин, я упала в бассейн. Капец, черт. Так, бежим сюда, 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 сюда. Так, где он? Вот, смотрите, вот он, ребята, вот где Брайс. Ждет, ждет, ждет. Давайте вот так тут постоим. Вот так посмотрим на него. Смотрите, бежит, бежит. Нет, не бежит, ребята. Смотрите, он, походу, либо нас не видит, либо я не знаю. Хотя, я не знаю, мне кажется, нас хорошо видно. Он забежал обратно в дом, серьезно? Он нас что, не заметил? Офигеть. Так, ладно, давайте дальше веселиться. Сейчас забегаем вот так вот. Где он? Где он? Где он? Где он? Так, он, походу, опять пошел жопу свою намывать. Да, ребят, смотрите, он в ванной. Итак, давайте встанем вот здесь, около двери, и будем просто за ним вот так следить, чтобы он, может быть, он нас сейчас заметит. Так, ребята, убегаем, убегаем, срочно убегаем. Сюда, сюда, черт! Еще раз сюда, вот так вот, вот так вот, вот так вот, так вот, и вот здесь мы снова прячемся. Здесь, в принципе, очень хорошее место. Куда он? Он опять, смотрите, побежал, побежал. Куда бежит? Где он? Ребята, смотрите, вот он, вот он, вот он. Смотрите, опять смотрит, смотрит, не понимает. Понимает, что происходит. Блин, ребята, опасная ситуация, опасно. Бежим вот сюда, вот так смотрим, где он, ребята. Блин, это очень плохая видимость, мне вообще не нравится. Может быть, он здесь где-то? Так, аккуратненько надо быть. Где Брайс? Где Брайс? Он, походу, обратно забежал в дом. Да, ребята, я его не вижу. Он либо обратно забежал в дом. Давайте осмотрим весь периметр. Да, смотрите, ребята, я его реально не вижу. Он, походу, опять побежал свою жопу намывать. Снова бежим, снова будем его искать. Где он может быть? Забегаем опять наверх. Он реально, походу, из этой ванны не может вылезти. Ванная пустая, где Брайс? Офигеть, я его потеряла, где он? Я не знаю, ребята, я вообще не понимаю, где Брайс. Нам главное ему не попасться. Я не могу его увидеть, я не могу найти, где он? Куда делся Брайс? Так, может быть, он в этой комнате? Нет, ребята, я вообще не вижу. Может быть, я просто его пропускаю? Я не знаю, может быть, он здесь где-то? Но я его нигде не вижу. Может, он на кухне? Может быть, он где-то здесь прячется? Черт, куда делся Брайс? Капец, где он? Я его не увидела. Давайте попробуем еще раз посмотреть. Сейчас забегаем на самый верх. Так, забегаем сюда. Забегаем опять, может быть, он в ванной? Нет, ребята, я не вижу его в ванной. Где он? Нам нельзя туда заходить. Давайте посмотрим вот здесь. О, он моется в купальнике, серьезно, офигеть. Очень классно, ребята, давайте вот сюда встанем, вот так, чтобы он нас точно сейчас заметил, приметил. Он, смотрите, он стоит спиной и нас не видит. Но сейчас он как увидит, усрется, ребята, усрется стопудово. Зачем он сначала отмокал в ванной, потом пошел мыться в душ? Я не знаю, это какая-то странная траектория. Смотрите,
смотрите, ребята, смотрите. Напугался, напугался, ребята, бежим. Бежим, сваливаем, сваливаем. Бежим вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Да, прячемся, прячемся. Где он? Блин, нам надо найти как-то Брайса. Вот, смотрите, он опять выбегает. Бегает вот сюда. Так, я не вижу. А, он в ту сторону побежал, офигеть. Он бегает по дому, он ищет меня в доме. Ребята, мне нужно полностью следить за тем, где он. Я его сейчас не вижу. Офигеть, серьезно, как он там оказался? Жесть какая. Вот так сокращаем путь, пробегаем вот сюда, бежим вот сюда. А, так, тихо, тихо, тихо. А, блин, куда он бежит? Капец. Вот, смотрите, это он. Вот тут стоим, пугаем его, пугаем, пугаем. Ребята, жесть просто. Вот он, лошара. Выбегаем на улицу, нам нужна безопасная зона. Вот, смотрите, вот, вот он. Побежал, смотрите, следим за ним. Бежит, 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 бежит. Жесть просто. Я не знаю, это угар. Брайс, конечно, лох еще тот. И вот так можно вообще обдурить. А давайте-ка мы сделаем ему сюрприз. Давайте-ка мы сделаем вот так. Нет, нам нужно пространство, где мы можем выбегать. Давайте, наверное, заберемся сейчас сюда и будем отсюда следить за ним. Вот так. Где может быть Брайс? Итак, смотрите, ребята, смотрите, он опять побежал в свою комнату. Это прикольно, ребята, вот так. Что он там одевает ночнушку? Серьезно? Ребят, смотрим. Смотрим. Ну, ты что, не видишь, как дверь двигается? Ты что, вообще дурак? Сваливаем, ребята, сваливаем. Жесть просто. Жесть, но этот дом реально крутой. Здесь можно круто прятаться. Он реально пытается нас поймать. Он вообще ничего не может сделать. Он пытается нас поймать. Так, вот сюда забегаем. Теперь бежим. Где он? А, он за нами бежит все это время. Жесть. Жесть. Я не понимаю, как. Как? Он пытается... Я не знаю, он сокращает как-то путь? Да или нет? Жесть просто, блин, напугал. Блин, я залезла пугать Брайса, в итоге он нас напугал. Где он? Вон он, смотрите, вон он бежит. Так, давайте вот сюда. Сейчас быстро, быстро сократим путь. Если он не сократил путь. Так, не сократил. Так, забегаем вот сюда. Поднимаемся, поднимаемся срочно. И делаем вот так. Забегаем вот сюда. Теперь будем находиться вот здесь. Все, ребята, класс, я в безопасности. Ребята, я не знаю, это просто жесть какая-то. Ну, Брайса я не вижу. Так, давайте, где он? Где? Я просто не понимаю. Жесть, он меня тоже напугал. Пугал. Я вообще не ожидала. Он сейчас где-то рыскается, ищет там. Я не понимаю, где он. Где Брайс? Ребята, вы видите Брайса? Он куда-то пропал. Куда-то делся. Он, походу, там реально вокруг дома бегает, пытается догнать меня все, пытается найти, поймать. Я уже тут 100 кругов намотала, а он там где-то в засаде, что ли, сидит. Да, ребят, посмотрите, он в джакузи. Давайте вот сюда встанем, вот так вот. Что, отдыхаешь? Отдыхаешь? Ну-ка, хватит отдыхать. Все, заметил, заметил, побежал, побежал, дружочек. Бежит, бежит за нами. Блин, ребята, это вообще угар, конечно. Он никак не может нас догнать и понять то, что это я над ним угораю и что это я пытаюсь, блин, его напугать. Так, где он? Он, походу, реально не додумывается сократить путь. Серьезно? Блин, ну это же жесть. Как так? Почему он оббегает кругами? Жесть, ребята, он, походу, он реально за мной, смотрите. Все, ребята, надо сваливать. Надо сваливаем отсюда, сваливаем. Убегаем, убегаем. Ребята, напишите, как вам такое видео и как вы думаете, удалось мне напугать Брайса или нет?